the Jews, they have been a very mischievous people even before the coming of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The satanic Jews that control everything and mostly everybody. أنا قاعد أكلمك من جوبا بسيم. افتح الواتس تبع قول له وام. شوف كيف قتله. شوف كيف قتلك فيديو يا ابنك قتل اليهود. هاي دخل بسيم يا أكبر. مصداقا لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلون يهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. October 7th was by all standards a crime against humanity with a genocidal intent. The intention was to kill and torture and injure the highest number possible of Jews just because they were Jews. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas un attentat terroriste. C'est une horreur absolue. Ça relève d'une pathologie mentale civilisationnelle qui vise à terroriser, humilier, assassiner, faire disparaître. It wasn't even terror attacks. It was a catastrophe that Israel never experienced as a sovereign state. And the Jewish people did not experience since the Holocaust. What happened on October 7 was definitely a terrorist attack, if not more. What happened on October 7 was a genocide attack. From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! مقتدى الصدر بسم الله الرحمن الرحيم My late father already in 1948 in the year of war of independence heard those Arab gangs assaulting Jewish places with a shout "Izbah al Yahud," slaughter the Jews, not the Zionists, not the Israelis. The Jews. It reminds me of the Holocaust by bullets. Systematically using the bullet to exterminate the highest number of Jews that is very comparable to the tactics of the Einsatzgruppen. Друзья, то, что вы увидели, это ролик документального фильма, который называется «Погром» или «Погромы». И выходит он на экраны сегодня, 7 октября, в день годовщины атаки Хамаса. Этот фильм выходит на ваши телевизионные экраны, экраны ваших компьютеров, то есть стриминг-сервис. Его можно посмотреть на многих-многих платформах, включая Apple TV. Кроме того, его можно посмотреть и на сайте этого фильма. Сноска на сайт уже стоит под этим видео. И через сайт можно, заплатив $7, увидеть этот фильм. В среду в 12 часов дня по Нью-Йорку у меня будет на канале беседа с продюсером и режиссером этого фильма, которого зовут Пьер Рихав. Это израильский режиссер, французский еврей, который живет в Израиле, известный документалист. И беседа наша будет в среду происходить на английском языке. Но во время самой беседы невозможно установить русские субтитры, по-моему, поскольку это прямой эфир будет. Но после него, когда уже вы будете пересматривать или смотреть в первый раз в записи, тогда можно будет установить русские субтитры. Поскольку мой канал начинался на английском языке, то я в самом его начале, по-моему, в третьем эпизоде, сделал такую инструкцию, такой небольшой ролик, где я подробно объясняю, как именно можно установить русские субтитры
для любого англоязычного или на другом языке материала. И сноску на этот свой ролик ранний я уже тоже поставил под этим видео. Кстати, можно установить любые субтитры, не только русские. Если вы поймете, как установить русские, это очень легко, то можно установить украинские на любом языке субтитры. Если вы на мой канал подписаны, то вам придет оповещение, напоминание о нашем прямом эфире в среду и сноска. И, естественно, режиссера я, когда мы будем беседовать, в среду попрошу перечислить все платформы, где можно фильм посмотреть, все каналы. Вот, но если вы владеете английским языком, то, конечно, будет здорово, если вы сможете хотя бы на какой-то период времени к нам подключиться, начиная с 12 дня в среду, и что-то написать в чате по-английски, может быть, задать какие-то вопросы режиссеру. Я ему сказал, что мой канал в основном на сегодняшний день для русскоязычной публики, но часть ее, особенно те, кто живут в Америке, владеют английским языком, и если это будет удачный эфир, может быть, это будет начало уже моего нового канала. Может, я и сделаю канал опять на английском языке. Но не оставляя, конечно, этого моего главного канала, не пугайтесь. Вот, но поддержка ваша, конечно, англоязычная, будет очень воспринята благодарна с моей стороны. О самом фильме скажу только пару слов. Я его уже посмотрел, потому что мне мой друг Кен, который очень много делает для Израиля и сейчас помогает команде этого фильма, чтобы о нем узнало как можно больше людей, Кен мне переслал то, что называется скринер для прессы, то есть это копия, которая дается людям, которые участвуют в продвижении фильма до его выхода на экраны. Фильм, конечно, очень сильный, не только потому, что материал сильный и тяжелый, но и сделан фильм, конечно, очень профессионально и талантливо. И что касается того, что это тяжелый материал, конечно, режиссер никаких тяжелых кровавых сцен в этот фильм не включил. Хотя сам он, работая над фильмом, отсмотрел многие десятки часов страшных, немыслимых вообще кадров, которые снимали сами эти хамасовцы, но он щадит зрителя. Там этих кадров нету. И вообще направленность фильма, она на будущее, на сегодняшний день и на будущее, на то, как наш мир, который, к сожалению, не вполне здоров, воспринял эту атаку, и какова реакция мира, которая продолжается, и какова будет плата, расплата за эту реакцию. Не случайно подзаголовок фильма, который даже есть на его афише, это под словом «погромы» большими буквами, под этим маленькими буквами стоит «Could America be next?», то есть «Может ли Америка быть следующей?». Я этот эпизод, этот анонс, записываю в воскресенье, 6 октября, накануне годовщины. И надеюсь, что завтра, когда я этот эпизод выпущу, не будет новых терактов по миру, посвященных годовщине. Надеюсь, что такие теракты будут предотвращены или их вообще не будет. Но, к сожалению, полной уверенности нет. И одна из причин, почему этой уверенности нет, именно то, что мир находится в спячке. Как сказал великий и отважный английский журналист Даглас Мюррей в своем последнем интервью с Барри Уайс, он сказал, к сожалению, весьма вероятно, единственное, что может мир пробудить, вернуть ему чувство реальности, это новый террористический акт с массовыми жертвами. Может быть, тогда мир проснется. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет, будем надеяться, что мир как-то проснется иначе. Тем важнее этот фильм «Погромы», который говорит абсолютную правду и который включил в себя наряду с интервью вот с правозащитниками и историками, и специалистами по Ближнему Востоку, и first responders, то есть людьми, которые видели это все своими глазами и описывают это, с нормальных людей, интервью с нормальными людьми, представителями нашей цивилизации, нормального мира. Там есть интервью с хамасовцами тоже, с теми хамасовцами, которые были взяты в плен 7-8 октября. И вот людям, особенно людям молодым, марширующим тысячами в этих демонстрациях за Хамас сегодня по всему миру, им бы хорошо посмотреть вот эти интервью с хамасовцами, чтобы они поняли, что такое на самом деле Хамас, чтобы они поняли, что окажись они тогда на этом музыкальном фестивале на границе с Газой,
Никого бы из них не пощадили, никого бы из них не пощадил Хамас. Как сказал французский правозащитник, и его этот монолог есть даже в ролике, который вы уже увидели, он сказал, это ментальная патология цивилизации, то, что произошло 7 октября, и вот этот Хамас. Ментальная патология цивилизации, очень точно сказано. Этот фильм очень мощное оружие информационной войны. И поэтому, конечно, мы должны с вами его посмотреть, при том, что это нелегко, но я думаю, что вот этот минимум мы можем сделать. Взрослые люди это сделать должны. Я не уверен, что его надо показывать детям там, до 15 лет, но взрослым детям, детям-студентам его надо показать, я считаю. И, конечно, пожалуйста, расскажите об этом фильме всем своим западным, англоязычным, американским, европейским друзьям и знакомым. И все, сделайте все возможное, чтобы они хотя бы посмотрели ролик. Хотя бы посмотрели этот ролик, который 3 минуты идет. Ну, а лучше, конечно, весь фильм. Если вы со мной согласны, пожалуйста, поставьте лайк. Тогда это видео увидит большее число людей. Я с вами прощаюсь до среды.